26 апреля в России вспоминают жертв Чернобыльской катастрофы. В этот день, в 1986 году, на 4-м энергоблоке станции произошел взрыв. Авария считается одной из самых масштабных за всю историю атомной энергетики. В ликвидации последствий участвовали и химчане. Традиционное возложение цветов прошло сегодня в сквере Марии Рубцовой. Подробности у Ольги Донченко. В жизни всегда есть место подвигу. 26 апреля 1986 года, не задумываясь о последствиях для своего здоровья, не щадя своей жизни, сотни человек вступили в бой с невидимым врагом, 600 из которых были жителями Химок. Один из них – наш земляк Юрий Бондарук. На ликвидацию чернобыльской аварии он отправился молодым кадровым офицером. Родные известия о предстоящей командировке восприняли без энтузиазма, но мужчина понимал, что делает то, что должен. С тех пор прошло уже 29 лет, а Юрий Андреевич все помнит, как сегодня. Люди в шоке были, но они еще не осознавали всю тяжесть, всю беду этого шока. Что произошло? Таких катастроф вообще в мире, по сути дела, не было. Ну, как сравнить? Вот даже самая свежая Фукусима не годится ни в какое сравнение. Митинг, посвященный 29-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции, прошел возле памятника ликвидаторам катастрофы. Перед участниками тех событий выступил глава города Александр Дренов. Люди, которые жили в то время, занимались мирным трудом, они не готовили себя к подвигу. Они просто в момент, когда подошел этот, как вышли на этот рубеж, перед ними стал выбор. А что же важнее в жизни? Защищать родину своих детей, своей семьи или личное благополучие? Александр Дренов заверил чернобыльцев, что город не забывает ликвидаторов и оказывает им поддержку. В этом году те, кто принимал непосредственное участие в устранении последствий аварии, получат материальную помощь в размере 3000 рублей. Те, кто жил на зараженной территории, 2500 рублей. Членам семей погибших и умерших инвалидов вследствие аварии на Чернобыльской АЭС по 2500 рублей. Детям до 18 лет тоже 2500 рублей. И 2000 рублей тем, кто добровольно выехал из зараженных зон. Эти деньги будут перечислены на сберегательные книжки уже к 1 мая. Ольга Донченко, Олег Мелехов, служба новостей.